В этом видео мы рассмотрим три лежака для животных фирм Кроти и Калар. Все три мягких места разные по форме и цвету, но примерно похожи между собой по размерам. Первый лежак фирмы Калар. Он наполнен плотным слоем синтепуха, поэтому он очень мягкий на ощупь. Внешняя часть лежака сделана из бязи, внутренняя – из велюра. Донышко обычное, без прорезиненных частей. Этот лежачок самый мягенький из представленных. Второй лежак фирмы Кроти. В отличие от предыдущего лежака, здесь съемная подушка. Внешняя часть сделана из рогожки, внутренняя – из велюра. У этого лежака, в отличие от предыдущего, прорезиненное дно, которое к тому же отстегивается для удобного процесса стирки. Наполнен лежак поролоном. Третий лежак фирмы Кроти. Внутри он полностью сделан из мягкого вельвета. Подушка съемная, как и во втором лежаке. Это мягкое место также имеет нескользящее дно.